Так, видео 10 фактов о Луне, которые заставят ученых краснеть. Ну-ка. Луна искусственная, Луна плоская, Луна светит холодным светом, лунные волны. 5,5 миллионов просмотров, 90 тысяч лайков. Стоп, что? На самом деле мне уже давно скидывают этот ролик с просьбой его разобрать и разоблачить. И да, я знаю, что львиные доли моих подписчиков разбирать то, что содержится в этом видео, не нужно. А еще есть те, кто будут считать, что это бесполезно. И я могу с этим согласиться, но лишь частично. Да, есть определенная категория людей, которым никакие аргументы не нужны, и переубеждать их бесполезно. Но еще есть те, кто просто не разбираются в теме и по незнанию верят в такую ерунду. И были такие люди, кто писал мне и благодарил, что я помог им разобраться в теме. Пусть таких было не очень много, но я думаю, это уже стоит того. Ну а еще некоторые из вас нашли меня благодаря таким роликам. Я бы проигнорировал это видео совсем, если бы не 5,5 миллионов просмотров. Это видео постоянно попадает людям в рекомендации, и должен же быть какой-то противовес для тех, кто просто хочет во всем разобраться. Ну и как всегда в подобных видео мы будем не просто разоблачать, а еще рассказывать интересную информацию. И делать это я буду не один, а поможет мне астрофизик Вячеслав Авдеев с канала «Улица Шкловского». Привет, с «Улицы Шкловского». Не забудьте потом заглянуть к нему на канал и подписаться, если вам понравится. Мы не будем показывать сам оригинальный ролик, а лишь озвучим утверждение из него и пройдемся по каждому. Поехали! В видео представлены 10 «фактов», в кавычках, которые якобы должны заставить ученых краснеть. Но прежде чем перейти к ним, автор задает 3 вопроса для затравки, которые как бы должны поставить нас в тупик и уже усомниться в правдивости официальной теории. Эти же 3 вопроса входят в 10 фактов, и мы поговорим о них поподробнее, а пока я хочу обратить ваше внимание на один момент. В первом же вопросе диктор говорит: как объяснить удивительное совпадение скоростей вращения Луны и Земли вокруг своих осей, чтобы Луна всегда была к Земле только одной стороной? Стоп, что? То есть диктор утверждает, если скорости вращения Земли и Луны именно вокруг своих осей совпадают, то мы должны всегда видеть одну сторону Луны? Вот как это выглядело бы, если бы они вращались с одинаковой скоростью. Как вы видите, в такой конфигурации Луна никак не может быть повернута к Земле одной стороной, но именно это утверждает автор. В действительности Луна и правда повернута к нам всегда одной стороной, но не потому, что синхронизировано вращение вокруг оси Луны и Земли, а вращение Луны вокруг своей оси синхронизировано с движением Луны по орбите, что совершенно другая история. В первой же части содержится ложное утверждение, ну и просто фактическая ошибка. Либо диктор просто понятия не имеет, о чем говорит, либо однажды услышал где-то фразу «синхронное вращение» и просто не разобрался, что это такое на самом деле. Но давайте для начала сделаем скидку. Может, он просто оговорился. Ну, с кем не бывает. Может, когда речь пойдет об этом подробнее, ошибки не будет? Посмотрим. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к топ-10 самых необъяснимых загадок Луны. Почему нет реальных снимков Луны? То есть, почему космические агентства не могут предоставить реальные снимки Луны? Стоп, что значит «не могут предоставить реальные снимки»? Ну хотя бы понятно, почему конспирологи не верят в реальность снимков Земли из космоса, ведь они пока не могут полететь в космос и проверить все сами. Но Луна… ее как бы видно невооруженным глазом. Ее можно сфотографировать, например, на фотоаппарат с таким телеобъективом, или посмотреть на нее в телескоп. Вот простенькая фотография в один кадр на 300-миллиметровый объектив, которую я сделал сам. А астрофотографы вообще делают вот такие поразительные снимки. Это панорама Луны, которую сделал наш друг Дмитрий Селезнев. При необходимом умении и оборудовании можно добиться такого результата, и вы тоже можете так или иначе сфотографировать Луну и сравнить свой снимок со снимками космических агентств. Ну хорошо. Думаете, такое экстраординарное заявление, что не существует реальных снимков, подкрепляется множеством аргументов и примеров? Нет. В видео приводится в пример одна единственная анимация. Вот эта знаменитая анимация из кадров аппарата Discover. И им в ней не нравятся два момента. Во-первых, что, цитирую, «Луна ни на градус не повернулась».
То есть им не нравится, что по мере движения Луны по кадру она не поворачивается. Не повернулась. Ну, во-первых, из-за приливного захвата Луна всегда повернута к Земле одной стороной, о чем мы еще скажем. Далее автор лукавит. На представленных кадрах Луна повернулась где-то на 1.5 градуса. Сейчас поясню. Снимок сделан с расстояния в 1.5 миллиона километров от Земли космическим аппаратом Deep Space Climate Observatory. Он был запущен в 2015 году для наблюдения за солнечным ветром, корональными выбросами и за состоянием атмосферы Земли. И вот между аппаратом и Землей проходит Луна. Причем за время видимости на фоне нашей планеты она пройдет 1.5 градуса своей орбиты из 360 градусов полной окружности. Конечно, мы считаем ее орбиту круговой. Это упрощение, которое не сильно повлияет на результат. Значит, лунный шарик должен повернуться на 1.5 градуса. Можно ли это заметить на последовательности снимков? Да почти нереально. Если бы авторы этого видео действительно хотели бы нам доказать, что Луна не повернулась, нужно было бы кадры из начала и конца анимации наложить один на другой и попереключать, проверить, есть ли изменения. И, конечно, мы это сделали. Вот смотрите, поворот незначительный, но он очевидно есть. Вывод? Авторы врут. Второе утверждение. Авторы выкручивают контраст картинки и утверждают, что Луна полупрозрачная, ведь по ней двигаются какие-то артефакты. Ну, во-первых, если бы она была полупрозрачная, мы бы видели сквозь нее Землю. Вот как это выглядело бы. Но на этой анимации лишь двигаются какие-то линии, которые не повторяют Землю. И вот эти же артефакты на кадре, где Луна уже не на фоне Земли. Тогда что тут просвечивает? Этого уже было бы достаточно, чтобы показать ложность утверждения авторов про прозрачность. Но мы, в отличие от них, не останавливаемся, а разбираемся до конца с тем, что это такое. Это могли быть либо артефакты алгоритмов сжатия изображения, либо самой матрицы. И оказалось, что именно второе. Эффект называется optical echelon. И вот о нем говорится в документации аппарата, который делал снимки. Вот даже тот же рисунок, что и артефакты. А вот сторонний источник, где описывается этот эффект. Ничего не напоминает? Дело в том, что кремний, из которого сделаны фотодетекторы матрицы, становится все более прозрачным на длинных волн более 600 нанометров. Это красные и инфракрасные лучи, и попадая на матрицу, они многократно отражаются от ее передней и задней поверхности. Это приводит к тому, что падающий и отраженный свет создает на матрице довольно замысловатую интерферационную паразитную картину. И да, это проблема многих фотодетекторов, с которыми довольно успешно пытаются бороться производители матриц. Например, увеличивая толщину слоя детектора, чтобы весь падающий свет лучше поглощался. Или добавляя особое антиотражающее покрытие. Но, увы, полностью это убрать не получается, что мы и видим на примере камеры спутника. Хотя и это становится заметно только когда сильно выкручиваешь контраст или другие параметры. Кстати, этот эффект приносит и пользу. Он вовсю используется в науке и технике, например, для создания интерференционных светофильтров, пропускающих очень узкий диапазон длин волн. Эти фильтры, в том числе, позволяют увидеть наше Солнце с Земли вот таким. Далее диктор говорит. Доказано опытным путем, что Луна излучает свой собственный уникальный свет. Интересно, что он не греет, а наоборот поглощает тепло, излучает холодный свет. Что? При том, что мы знаем, что Луна лишь отражает свет Солнца, казалось бы, для такого сенсационного заявления про некий уникальный холодный свет Луны нам должны выкатить какие-то неопровержимые доказательства, качественные исследования, многократно повторенные и проверенные, но нам показывают какой-то эксперимент на коленке с монетками, где якобы монетки под светом Луны оказываются холоднее, чем спрятанные за доской. Можно не полениться и найти оригинальное видео, и там у так называемых исследователей все термометры показывают одну температуру, кроме одного пирометра. И они там сами задаются вопросом, что же такое происходит. И это я еще не говорю о частоте эксперимента и о том, что намонтировать можно вообще все, что угодно. Но что же нам наука говорит о так называемом холодном свете? Не существует никакого холодного света. Свет — это возмущение электромагнитного поля, которое распространяется в пространстве и, естественно, переносит энергию. И когда молекулы вещества эту энергию получат, они могут, например, начать быстрее двигаться, что приведет к увеличению температуры тела. Но могут быть и другие варианты. Например, фотоэффект, при котором от атомов вещества отрываются электроны.
Излучение большой частоты, к примеру, ультрафиолет или рентген, может вообще разрушить молекулу вещества. Может ли свет охладить? И да, и нет. Нельзя просто взять монетку, посветить на нее каким-то особым морозильным лучом, как Саб-Зиро, и понизить ее температуру. Но существует так называемое лазерное охлаждение, когда именно лазером определенной частоты светит на определенное вещество. Тут нужны всякие хитрые химические соединения. Вещество и лазер можно подобрать так, что при облучении образец начнет отдавать больше энергии, чем получает. Так он и будет охлаждаться. Луна стреляет в нас лазерами? Нет. Значит, под ее светом ничто охладиться не может. Советую посмотреть замечательный ролик Валентина Гервица, посвященный как раз этому вопросу. Следующий пункт. Почему Луна и Солнце как бы подогнаны друг под друга по размеру? Имеется в виду, что для наблюдателя на Земле в небе Луна и Солнце почти одинакового размера. Так уж ли они подогнаны? Орбита Луны вокруг Земли представляет собой эллипс, впрочем, как орбита любого космического тела. Расстояние между Землей и Луной меняется от 357 тысяч километров в перигее до 406 тысяч километров в апогее. Из-за этого вариации углового размера диска Луны при наблюдении с Земли составляют 14%, а яркости — 30%. Если перигей совпадает с полнолунием или новолунием, то такой момент носит красивое название «суперлуния». Обратное явление называют микролунием. Многие, слышав в новостях про суперлуну, ожидают увидеть в небе нечто гигантское, но, увы, 14% — это не те цифры, которые могут сильно броситься в глаза. Теперь вспомним, что орбита Земли тоже вытянута, и разница между перигелием и афелием — это примерно 5 миллионов километров. Это дает изменение углового диаметра Солнца на небе в 3%. Меньше, чем Луны, но иногда это тоже имеет значение. То есть бывают моменты, когда видимый размер Луны больше или совпадает с видимым размером Солнца. Значит, если в этот момент происходит затмение, оно имеет все шансы стать полным. А бывают случаи, когда угловой размер Луны меньше солнечного, и в этом случае мы будем наблюдать кольцеобразное затмение. Смотрите, какая красота. По итогу о точной подгонке говорить не приходится. А еще добавлю, что даже то совпадение, что действительно существует, пусть и не такое ювелирное, как говорят в этом ролике, это временное явление. Раньше Луна была намного ближе к Земле и, соответственно, в небе была большего размера. Но она постепенно удаляется из-за приливного ускорения, примерно на 3,8 сантиметра в год. И мы знаем это благодаря точным лазерным измерениям расстояния до Луны, которые проводятся уже давно. Раньше размеры Луны и Солнца в небе отличались намного сильнее и будут отличаться в будущем. Нам же рассказывают про какую-то ювелирную подгонку, которой нет. Далее диктор говорит что-то вроде «Луна освещается не с той стороны, не дружит с геометрией» и тому подобное. При этом на экране быстро мелькают кадры, и понять, что же именно его не устраивает, довольно проблематично. Но мы постарались. Автор этого шедевра руководствуется плоской геометрией неба, как если бы это была плита или потолок с нарисованными на ним светилами. Солнце снизу, значит, Луна освещаться должна снизу. Видели? А это не так. Нас обманывают все. Судя по видео, высота Солнца над горизонтом там не более 5 градусов. Луна, ну, где-то градусов 30. Давайте попробуем изобразить на рисунке взаимное расположение Солнца, Земли, Луны и наблюдателя. Поскольку Солнце очень далеко, можем нарисовать его лучи параллельными. Допустим, что это восход. Хотя может быть и закат, но тогда чертеж нужно просто отобразить зеркально. Никогда не умел рисовать? Увеличим фрагмент с наблюдателем. Нормаль к поверхности круга — это будет горизонт для наблюдателя. Солнце над горизонтом возвышается чуть-чуть, а вот Луна значительно сильнее. Видим, что из такого положения наблюдатель видит часть Луны, не освещенную солнечными лучами. В правой части рисунка я изобразил, как примерно он увидит Луну. На мой взгляд, получилось весьма похоже на картину из видео. Вообще интересно, почему авторы видео утверждают, что на это никто не может дать ответа? Однако ответ есть, например, в замечательной книге Якова Перельмана «Занимательная астрономия», изданной еще в 1929 году. Ее вполне могли читать еще ваши мамы и папы, бабушки и дедушки. Ну и еще раз, они говорят об освещении Луны Солнцем так, будто эти тела находятся на одной плоскости перед нами, но в реальности оба объекта находятся в трехмерном пространстве и их расположение совершенно иное, так что здесь точно так же, как и с предыдущими аргументами. Почему цикл Луны равен женскому?
Ну, вообще-то не равен, даже если бы это и имело какое-то значение. Предположим, что автор ролика имел в виду под циклом Луны именно синодический период Луны, то есть период между двумя одинаковыми фазами. Это 29,5 дней. Ну а нормой у человека считается период от 21 до 35 дней. Откровенно говоря, разброс настолько большой, что сравнивать его с лунными циклами глупо. Это утверждение, что Луна ассоциировалась у всех древних народов с женским началом, тоже не выдерживает критики. Это Нанна, шумерский бог Луны. И это брутальный бородатый мужик. Далее нам говорят о том, что НАСА снимают фэнтези о Луне и о засекреченной миссии Аполлон-20. Аполлон-20 и правда фейк, но только снимали его не в НАСА. Он появился в 2007 году благодаря стараниям уфолога Лукас Кантанбурло, который взял интервью у некоего Уильяма Рутледжа. Рутледж уверял, что он американский астронавт, который посетил Луну вместе с Алексеем Леоновым в 1976 году. Цель миссии — исследовать инопланетный корабль, обнаруженный русскими в 1966 и американцами в 1971 году. Сам рассказ изобилует шикарными перлами, вроде полета с авиабазы Вандерберг, откуда на самом деле никогда не стартовали Аполлоны. Имеет ли смысл обсуждать этот фейк? Сама миссия Аполлон-20 планировалась на 1973 год. Астронавты были уже известны, и никакого Уильяма Рутледжа в списках нет. Да и миссию вы отменили. Далее перечисляют пару стандартных аргументов сторонников лунного заговора. О поясах Ван Аллена у меня уже был отдельный ролик, ссылку оставлю в описании. Ну и еще, как обычно, говорят про термосферу. Аргумент про температуру в космосе слышали от конспирологов много раз. И правда, выше 80 километров начинается термосфера. Слой атмосферы, где температура частиц может превышать 1700 градусов. Вещество нагревается ультрафиолетовым излучением Солнца. Отсюда и столь высокие температуры. Вот только атмосфера на этой высоте очень разрежена. Поэтому, двигаясь в столь разреженном пространстве, мы с ним почти не обмениваемся теплом. Поэтому, что там 2 градуса, что 2000, космическому кораблю нет особой разницы. В одном из своих предыдущих роликов я приводил пример, что мы можем на короткое время подержать руку в духовке с температурой пару сотен градусов. Только не надо этого делать. И тем не менее, в кипящей воде, температура которой ниже, мы получим ожог намного быстрее. Ведь вода большей плотности и больше частиц передает нам энергию. Также и с горячей, но пустой термосферой. Следующий пункт. Почему Луна притягивает моря и океаны, но не притягивает каплю воды? И далее закадровый голос, показывая приливные горбы, вопрошает: а к чему притягивается океан на противоположной от Луны стороне нашей планеты? Это называется спор с оглупленным оппонентом. Сначала диктор рассказывает некоторую концепцию, выдавая ее за научную. Потом красиво ее опровергает. И, видимо, все должны убедиться в неспособности науки объяснить приливы. На самом же деле, сказанное автором о приливах — это не позиция науки, это бред. И главная ошибка здесь в выражении «Луна притягивает океан». Смотрите. Максимальная амплитуда приливных возмущений — 24 сотых миллигалла, а ускорение свободного падения на Земле — то самое же, в среднем около 980 галл. В 4 миллиона раз больше. Поэтому капля притягивается к Земле в миллионы раз сильнее, чем к Луне или Солнцу. Но что тогда происходит с мировым океаном? Для начала важно знать, что поле тяготения планет в первом приближении будет спадать согласно закону обратных квадратов. Мы с вами это ощутить не можем, потому что очень маленькие в сравнении с планетами. И нам кажется, что гравитация однородная и не ослабляется с высотой. Но будь мы космических масштабов, то с ужасом бы обнаружили, что наши ноги притягиваются к Земле сильнее, чем голова. Кошмар! Так вот, в системе Земля-Луна части спутника, которые ближе к Земле, будут притягиваться к ней сильнее тех, что дальше. То же самое происходит и с самой Землей. Полушарие, с которого видно Луну, будет притягиваться к ней чуть-чуть сильнее, чем то, с которого Луну не видно. А теперь самое важное. Земля и Луна движутся по орбите вокруг общего центра масс. И, естественно, на них действуют центробежные силы. Те самые, которые помогают спортсменам метать молот. Но поскольку Луна или Земля движутся как твердые тела, то и воздействие на разные их части будет несколько разным. В центре, к примеру, Луны, сила притяжения со стороны Земли полностью уравновешена центробежной силой. В области, которая к Земле ближе, притяжение будет чуть-чуть превалировать над центробежной силой. А в области, которая от нашей планеты располагается дальше, чем центр Луны, центробежная сила будет чуть сильнее.
Это приводит к тому, что силы стремятся растянуть тело в направлении действия силы тяготения и сжать в перпендикулярной плоскости. То есть они деформируют шар, превращая его в эллипсоид. Но Земля и Луна — это твердые тела. Они будут сопротивляться такому воздействию, поэтому приливный эффект проявится, например, через выделение тепла в недрах за счет деформации земной коры или через тектонику и вулканизм. А вот мировой океан, поскольку он не твердый, будет пытаться принять форму эллипсоида. Отсюда и два горба. То есть они поднимаются не из-за того, что их кто-то притягивает. Это именно деформация. И возвращаясь к капле, да, она не улетает в космос, потому что притягивается к нашей планете гораздо сильнее. Но если мы сделаем ее размером с Землю, то заметим, что она слегка вытянулась. И вот в третьем пункте возвращаются к тому, о чем сказали в самом начале ролика, к тому факту, что Луна всегда повернута к Земле одной стороной. В затравке к ролику автор ошибся, сказав, что причина в том, что совпадают скорости вращения Луны и Земли вокруг своей оси. Я предположил, может быть, автор оговорился, но нет. Здесь ошибка повторяется вновь. На самом деле совпадают не скорости вращения Земли и Луны, а Луна совершает один оборот вокруг своей оси за то же время, что и круг по орбите вокруг Земли. Вращение Земли тут вообще ни при чем. В своем видео об обратной стороне Луны я приводил демонстрацию того, как это выглядит. Дальнейшие рассуждения делают все только хуже. Автор утверждает, что такое совпадение невероятно, потому что все в Солнечной системе движется хаотично. Ну и контрольный аргумент. Он говорит, что такое совпадение отсутствует у других спутников в Солнечной системе. Учитывая предыдущую ошибку, здесь я окончательно делаю вывод, что они просто не понимают, о чем говорят. Потому что такое совпадение как раз наоборот характерно для очень многих спутников в Солнечной системе. Например, все Галилеевы спутники Юпитера смотрят на него тоже одной стороной. Плутон и Харон тоже направлены друг на друга одной стороной и так далее. Нет никакой уникальной подгонки, о которой говорят авторы. Все дело вновь в приливных силах. И об этом выходил отличный ролик на канале «Море ясности». Ссылку оставлю в описании. Далее все еще веселее, и автор говорит, что существуют некоторые исследователи, которые утверждают, что у Луны нет обратной стороны. Вот фото обратной стороны Луны. И опять же, не буду повторяться, а просто оставлю ссылку на свой ролик про обратную сторону Луны, которую фотографировали еще советскими аппаратами. Почему свет и тень на поверхности Луны указывают на то, что она не является округлой? У Луны нет бликов? А с чего они возьмутся? Давайте еще раз посмотрим на видео, показывающее либрации Луны. Ну что, похожа она на плоскую? На мой взгляд, не очень. Теперь насчет блика. Да, можно взять глянцевый шарик, направить на него лампочку и увидеть отражение. Но попробуйте проделать то же самое с матовым телом. Возьмите киви или картошку. Луна не глянцевая. Но иногда блики от космических тел видны. Например, отражение Солнца от земного океана. Или блик от углеводородного моря Кракена на спутнике Сатурна Титане, сфотографированный аппаратом Кассини аж в 2009 году. С полутенью все тоже довольно очевидно. Да, если поместить источник света близко к освещаемому предмету, то он будет освещаться неравномерно, и яркость поверхности будет ощутимо меняться, но... Чем дальше мы относим источник света, тем более параллельные лучи начинают освещать наш предмет, делая полутень все меньше и меньше. От Луны до Солнца 150 миллионов километров. Это на многие порядки больше, чем то пространство, которое мы можем показать в эксперименте. Но заметную полутень от Солнца на Земле мы можем увидеть, например, на закате, когда источник света — это фактически большая часть неба, то есть он протяженный. Ролик показывает так называемый Lunar Wave — свидетельство того, что Луна — это голограмма, весь мир — иллюзия и так далее. «Мы слишком мало знаем о Луне», — под музыку из «Интерстеллара» вещает диктор. Ну давайте разбираться. Итак, в телескоп можно увидеть, как по Луне гуляют какие-то линейные волны, слегка искажая ее вид. Диктор произносит довольно пространный текст, что когда одна волна доходит до края Луны, с противоположной стороны начинает идти другая. Из показанных роликов это не следует, но важно, что таких волн подряд может идти две. Когда я увидел самые первые кадры лунной волны, мне в голову пришло сразу несколько возможных причин подобного эффекта. Самолет. Вполне возможно, это выхлопы двигателей. Просто область разных по плотности и температуре воздушных масс. И это может быть артефактом видеокамеры? Почему нет? Ну и потом все встало на свои места. Авторы то ли по глупости, то ли по недосмотру оставили в своем же собственном видео источник этих возмущений. Самолет.
Вот кадры с самолетом, которые они использовали в своем видео. Кстати, интересно, что англоязычные конспирологические каналы, откуда они, судя по всему, взяли этот фрагмент, уже повырезали этот кусок, видимо, когда поняли, что налажали. Конденсационный след хорошо виден днем, но ночью проявляет себя на фоне ярких объектов, искажая их облик. Возмущения от самолета сохраняются на протяжении десятков минут и постепенно дрейфуют в атмосфере. Вот их и фиксируют конспирологи. Породивший их самолет может быть уже довольно далеко и не попасть на запись. Вы видите, насколько топорно сделано это видео. Авторы вкидывают нам некое необъяснимое явление, и объяснение этого явления содержится в самом же видео. Я очень сомневаюсь, что этот самолет можно было не заметить при монтаже. Я думаю, вы понимаете, о чем я. И вот все в этом видео такое, как на подбор. Либо это такой продуманный ход ради просмотров, потому что очевидно, что такое видео соберет достаточно много просмотров, либо... А что вы думаете? И на самом деле ситуация достаточно печальная, и не сам факт существования такого видео, а именно его популярность. Безусловно, есть те, кто смотрит такие видео, чтобы просто посмеяться, однако есть и те, кто воспринимает это за чистую монету, как и другой конспирологический контент. Некоторые не задаются вопросом, а что это за лунная волна, не пытаются найти информацию где-то еще, разобраться, посмотреть повнимательнее, а просто сразу в это верят. Но благо есть и те, кто просто хотят во всем разобраться, и меня, кстати, уже спрашивали ранее в комментариях про ту же самую лунную волну. И надеюсь, таким людям это видео было полезно, а кому-то, может быть, было просто забавно, ну, а кому-то просто была интересна некоторая информация, о которой мы сегодня рассказывали. Большое спасибо Вячеславу Авдееву за совместную работу над этим видео. У него на канале вы найдете еще много интересных роликов. И к тому же он ученый-профессионал. Меня много раз в комментариях просили сделать видео с разбором мифов про Нибиру. И у Вячеслава есть большое видео на эту тему, так что заходите и подписывайтесь. Да, друзья, не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал «Космос просто», ну и, конечно, жду вас на улице Шкловского.